Первый отборочный турнир городского чемпионата по лазертагу «Лучший легион» собрал в городском парке на озере команды учебных заведений города. Игра пришлась по душе юным спортсменам. Цель участников – вывести соперников из игры специальными безопасными лазерными лучами. Для этого необходимо попасть в специальный датчик на экипировке противника. Именно это и является главной сложностью игры. Ведь чтобы победить противников, нужно слаженно работать в команде, а также иметь хорошую тактическую подготовку. По мнению организаторов, этот вид спорта является не только отличным развлечением, но и средством подготовки ребят, которым предстоит пройти службу в армии. Первыми сразились команды Горячеключевского медицинского колледжа и технологического техникума. В полуфинал игры вышла команда «Призывник» Горячеключевского техникума. Дальше сражались команды 7-й и 11-й, 5-й и 17-й школ. Самая жаркая битва первого отборочного этапа завязалась между командой «Витязи» 1-й школы и «Титан» 2-й школы. Победителем стала команда из 2-й школы. Также в число победителей вошли команды 5-й и 11-й школ. Следующий отборочный этап чемпионата состоится 20 апреля. Его участниками станут еще 8 учебных заведений города.